рассада арабиса Фердинанда Кабурского поможет добиться существенного улучшения внешнего вида приусадебного участка на протяжении большей части теплого сезона. Это связано с особенностями растения. Наличие плотно расположенных светло-зеленых листьев с кремовой окантовкой. Белые цветки необычной формы. Специалисты советуют высаживать семена арабиса Фердинанда Кабурского в тщательно разрыхленных почвах. В этом случае от культуры удастся добиться наибольшей плотности. В ходе полива важно избегать последующего застоя воды, поскольку это может уничтожить растение. Арабис Фердинанда Кабурского вариегата – это травянистый высотой от 10 до 15 см, диаметром 30 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка белой. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 5 см. Весной листва по цвету светло-зеленая с белым окаймлением.